Около 40 ребят в возрасте от 9 до 18 лет приняли участие в парусной регате под названием «Спорт плюс я». Проходит она не первый год и приурочена к Дню физкультурника. Участники представляют две организации – спортшколу номер 4 Лазаревского района и Центр спортивной подготовки Краснодарского края. Несмотря на то, что лидеры парусного спорта Сочи не участвуют на этом турнире, борьба обещает быть бескомпромиссной. К сожалению, самые лучшие наши спортсмены сегодня отправились уже в город Санкт-Петербург, где будет проходить первенство России по парусному спорту, и они будут защищать честь нашего города. Соревноваться юные спортсмены будут в 11 классах. От разряда «Оптимист», начинающие яхтсмены, до «Лазер-Радиал» – это олимпийский женский класс. Одна из участниц только недавно приехала с юношеского чемпионата мира по парусному спорту, который проходил на Кипре. Там Екатерина Маргун заняла 11 место. На этой регате она готовится к будущим чемпионатам. Я очень хорошо оцениваю свои силы. Я думаю, что сейчас моя карьера только начинается. Я сейчас поеду на чемпионат России, после чего я поеду на взрослый чемпионат Европы. Там будет очень тяжело, потому что это будут мои первые соревнования среди взрослых, но будем стараться. Регата продлится с 8 по 12 августа. Победителям вручат грамоты, медали и сертификаты, на которые ребята смогут приобрести спортивный инвентарь. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.